Никто не фотографируется так, как этот джентльмен. У вас самые лучшие фотографии, мне они очень нравятся. Давайте посмотрим на это. Вот вы здесь. Знаете, так никто не делает, когда приходит на пирс. Похоже на то, что вы метите территорию. Идем дальше. Это счастливый человек у своего бассейна. Вы всегда счастливый, мне это нравится. Продолжаем. Что происходит? Что здесь происходит? Похоже, как будто эти женщины нашли вас в бюро находок. Кто потерял Жан-Клод Ван Дамма? Вам понравилось пройтись по воспоминаниям? Что, простите? Да, вы хорошо поработали. Напоминает, что жизнь проходит мимо. То есть быстро, проходит быстро. Вы, конечно же, национальное достояние в Бельгии. И там есть ваш памятник. У вас есть свой памятник. Не каждый этим может похвастаться. У нас есть фотография. Вот ваша статуя в Бельгии. Когда вы приезжаете в Бельгию, вы присматриваете за ней? Удостоверяетесь, что с ней все в порядке? Вы заботитесь о ней? Может, волнуетесь, вдруг ее там голуби обосрали? Знаете, это ведь повод для беспокойства. Вы правы, я обычно прихожу ночью, поздно ночью, с ведром воды, и протираю ее, это правда. Вы протираете статую? Это ведь моя статуя, никто ее за меня не помоет. Перевел Шигапов Рафис, озвучил Шазам, ссылки на оригинальное видео и канал в описании.